Ярославцы предпочитают велопрогулки другим видам летнего отдыха. Такой вывод сделал популярный сервис объявлений. Число проданных велосипедов за последние 3 месяца бьет все рекорды. Это 56% от всего инвентаря для летних активностей. К августу спрос вырос аж в 6 раз по сравнению с началом года. На втором месте у ярославцев самокаты и гироскутеры. Замыкают тройку инвентарь для охоты и рыбалки. В рейтинг популярных видов летнего отдыха вошли также туризм, ролики и скейтбординг.